Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор ниацинамид. Ниацинамид – это вещество, которое мы знаем как витамин В3. Амид никотиновой кислоты или никотинамид – это витамины группы В, только водорастворимые. Ниацинамид достаточно исследован и признан активным компонентом для кардинального клеточного обновления кожного покрова. Водорастворимая форма витамина В3 дает массу преимуществ именно для зрелой и возрастной кожи. Влияние данного вещества на кожу таково. Устраняя нарушение барьерной функции кожного покрова, ниацинамид уменьшает потери влаги, предохраняет от обезвоживания, стимулирует микроциркуляцию и процессы обмена в дерме, выравнивает тон кожи, смягчает процессы при акне и устраняет красные следы, остающиеся как постакне. Улучшает эластичность и противостоит появлению морщинок. Уменьшает видимые проявления старения, освежает кожу, улучшает тонус. Снижает видимые следы гиперпигментации, осветляет темные и постакне участки кожи. Способствует улучшению состояния сверхчувствительной кожи и уменьшает реактивность кожи на внешние раздражители. Регулирует выработку сала кожными покровами и постепенно нормализует его. Сфера косметического применения таково. Антиэйдж косметика, увлажняющая косметика, очищающая, кремы постакне, лечебные мази. Вот такой баночке мы отправляем данный ингредиент нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!